Друзья, мы с Маргаритой вас приветствуем на канале «Хутор Стуканов», Краснодарский край. У нас утро. Вчера обшивали ОСБ-шкой предбанник. Сегодня, ну точнее сейчас, хотим поехать в Отрадную, в кровельный центр. У нас не хватает одной вещи, очень важной. Это планка. Отливчик снизу фронтона, нету вот такого отливчика, потому что будет дождь идти, и литься он будет на мой эрлат и на панели, и будет туда затекать. Не можем нигде в магазинах найти вот эти отливы, именно коричневые. Да даже оцинковку что-то я не встречал. Все есть, нет ветровых вот на карте крыши. Нету нигде. А нам нужно коричневые, потому что крыша у нас будет со временем коричневая. Вот. И вот эти отливы. Нету. Есть в Леруа. Но туда ехать из-за них что-то как-то 120 километров в один конец. Итого это получится где-то 250 километров, 240. Это как-то не очень. Вот. И хотим в кровельный центр. Либо заказать их надо, а я временно пока сделаю что-нибудь. Придумаю. Может, рубероид подсуну, чтобы хоть вода стекала. Ну, сейчас поедем. Альму выгуляем. Всех накормили. Ветрозащиту мы делать не стали снаружи. Ну, потому что панели, они и так как ветрозащита. Тем более, это не жилой дом, это предбанник. С этой стороны осталось чуть-чуть. Сегодня доделаем. Я надеюсь. Вчера заказали дверь. Дверь у нас будет деревянная. Прям с коробкой заказали. Ну, сразу же петли надо купить еще. Просто человек, который занимается этим, пусть он и врежет, это будет аккуратно, у него фреза, там все. Может, даже замок куплю, пусть врежет. Ну и осталось короба сделать. На один короб у нас доски покрашены, на второй еще нет. Времени катастрофически не хватает, друзья, чтобы производить еще и съемки. Вчера Маргарита красила, я все это отрезал и крутил. Ну, собственно, вот что получилось. Еще пройдем сегодня вторым слоем. Потом я еще швы. Вот здесь специально делаю неплотно. На случай нагрева, там влага, да. И вот это все пройду герметиком белым. Чтобы не было видно этих. Он эластичный. Нормально будет. Второй слой покрасим. Вот. На зиму оставим так. Обшивать ничего больше не будем. Перейдем туда, вовнутрь. А в следующем году будем обшивать фасад. Ну, по крайней мере, мы так планируем. Ну и надо ставить окошки. Дверь у нас, как нам обещали, будет в воскресенье. Но это обещали. Это не значит, что она будет. Обещать не значит жениться. Да, ну мы надеемся, по крайней мере. И вот нужно туда еще сделать дверь. Наверное, придется мне, чтобы не покупать целый лист, из кусков железа у меня обрезанный вот так, под таким углом. Может, я по размеру из кусков вырежу и сделаю. Ну, вот так, в принципе, по-моему, нормально. Нормальный светлый предбанник. Два окна, это все-таки лучше. Чем было бы одно окно. Вчера вечером зашли мы туда с Маргаритой. Зайди. И подумали, что все-таки правильное решение, что сделали окно. Thank you.
Все, друзья, с обшивкой закончил. У нас сегодня очень жарко, 26 градусов. Что-то я прям мокрый весь. Погодка просто радует. Все, сейчас это покрасим. Вот это все вторым слоем пойдет. Это первым. Вот это я сделал нахлест, чтобы валиком сюда не залезть. Как бы граница, ограничил. Купил два тюбика герметика, позже швы пройдем герметиком. Вот. И сегодня два слоя будет уже все. Может быть, если успеем, короба еще сделаем. И мне позвонили из кровельного центра. Мы заказали в кровельном центре вот эти отливы. Отливчики. Угу. Да, под наш размер. Кстати, получилось недорого. В Болеруа стоит 750 двухметровая одна. А мы заказали три двухметровых за 940 рублей или 950 рублей. Вот, но это еще со скидкой, там 1125 было. То есть, в принципе, вообще получается дешево. Ну, в два раза дешевле, даже больше, чем в Леруа. Да. Позже мы закажем ветрозащиту, вот эти углы. Пока не стал заказывать. Вот. Ну, пока с этим совсем надо разобраться. Короба, двери, там все. Да. Это не критично. И они позвонили, короче, готовы наши отливы. За сколько они сделали? Часа за два, да? Полтора-два часа. Полтора-два часа, да. Вот. Ну, сейчас поеду. А Маргарита пока... А я пока покрашу. Да, за это время сейчас приведет, подшаманит, и все. И нам уже не страшен никакой дождь. Даже если он будет косой и будет заливать сюда, а половой доски пока нет, она лежит у нас под навесом. Ждет момента. Но половую доску мы будем делать только тогда, когда заштукатурю внутреннюю часть. Надо, чтобы газоблок, он впитывает очень хорошо воду. Надо его хотя бы это от пара оградить, помимо... пара защиты, еще и заштукатурим тоненьким слоем. Вот, и может быть позже покрою жидким стеклом, тогда уж наверняка не будет впитывать. Вот, а я поехал в отрадный, в кровельный центр. Все, цыплят теперь тоже выгоняем, не только уток, пусть бегают здесь, а то мешают пока. Еще в краску наступит, не дай бог. Ну так-то вроде попилил уже все. Особо не мешаются. Вот. Но сейчас будем красить. В ванночку еще наступит. Или нагадит, еще лучше. В общем, тузика пытаемся тоже выгнать. А он обратно бежит. На ворону похож. Прямо на вороненок. Прям чистая ворона. Короче, двухметровые нормально влезли туда, в ноги тебе. А вот и наши отливчики. Я уж посмотрел, это мало ли, может перепутывать, красные дадут. Вот. Ну да. Ну наш вроде цвет. Ага. Да? Он железо. Да. Сейчас будем делать. Быстро, полтора часа. Ну да, дольше ездил. Правда, кучу бумаг, бюрократия. Да. Ну это фирма, а не магазин. Какие-то там мошки летают, прям много-много. Пиши, здесь подпиши. 27 градусов. Мне машине показывают. 27, представляете? 13 октября. Так вон. Это еще только час. Еще будет больше, я думаю. Мошки летают, да? Много пока. Да. Вчера было меньше. Позавчера вообще, по-моему, не было. Ну, они день-два, я думаю, да. Пропадут. Так. Кабачок. Так. Все под контролем. Пойду крепить. А, слушай, ты же не покрасила, да? Покрасила. Посмотрите, сколько у нас мошек. Они и в рот, и в нос лезут везде. Вон сколько. Откуда они взялись? О. В общем, все в мошках. Просто они вот садятся
Ну как тебе с мошками работается? Ну. Ну они на солнце в основном, да? Ну они везде. День-два их не будет. Ну да. Не критично. Сейчас будешь отливы прикручивать. Да. А у меня сегодня супчик из утки. В общем, я экспериментирую сегодня. Здесь половина утки на 3 литра воды. Утку я разобрала, мясо оставила, кости и шкурку выкинула. Ну как выкинула? Альме сейчас с кашей смешаю, дам. У меня что? Картошка здесь. Булгур. Вместо перловки я решила попробовать булгур. Дальше помидоры. Вместо огурцов у меня помидоры. Моченые, вкусные, кислые. Два перчика бросила. И уляпская аджика. Вот, друзья, очень вкусно получается. Прям вкуснотища. Сейчас еще добавлю зелень. Почти, когда будет готово, добавлю зелень, укроп и петрушку. И будет вкусняшка, будем обедать. Вот так мы лежим, загораем. Да ладно, лежи, лежи. Сейчас будем прикручивать маргаритный короб. О. Шпунтик. А, нет, это не шпунтик. Это Зухра. Или шпунтик. Шпунтик прибежал. Ну что, сейчас сделаем, потом покажем. Да? Угу. А вот троица тут гуляет за забором. Отбились от всех. Да? Они уже на улицу выходят. Работаем? Конечно. Работаем. Работаем так, что аж пиджак заворачивается, да, Алик? Да. Сейчас будет красота. Да. Ну, красота будет, когда крыша будет коричневая и фасад обшит. Тогда будет красота. Что это? Печеньки, что ли? Да. Ты как Виктория Нуланд печеньки раздаешь.
Да. На. Все, наелся же. Но они не голодные. Ну, Димон жирка набрал уже. Да. Складки уже, смотри. Да, щеки видны. Уже на лапах кожа такая, знаешь, как у Макса. Уже свисает. Все. Идите, гуляйте. О, кореша твои. Любят они тебя. И тузик. Тузик, ты тоже тут, да? А ты печеньку не съешь. Тебе надо покушать, да? О, на свинтуса посади тузика. На. Иди, все, нету ничего. Ты ему хоть покрошила? Да. Ну, конечно, пишут, что там тузика отвезите, коррекцию клюва сделайте и тому подобное. Да кто будет заниматься курицей? Это инвалид. Это курица, и это инвалид. Такие куры подлежат выбраковке. Давайте мы сейчас, у нас больше 50 кур, давайте мы всех инвалидов будем выращивать. И что тогда? Зачем? Поэтому выживет. Нет. Их еще знаете, сколько будет этих инвалидов, когда яйца будем в инкубатор закладывать? Много будет. Ну что, Тузик, наешь печенье. Неудобно. О, свинтусы прибежали. Что, Славик? Угу. Правильно. Кушай травку. Ну, там все. Уголь. Почухать-то. А ты чё села на пенёк? Молодая же. Иди траву рви. Ну, банда тут как тут. Что это Димон такой светлый стал на спине? В краске что где-то испачкался или что? А это я им наливала сухое молоко. А, сухое. С водой разведенное, они там повалялись. А, ну они любят, да, поваляться. Иди. Да, беленький тоже прикольный, кстати. Да, иди. Давай. Тип. Иди. Это петушок. На. Давай, ты ему кинь парочку.
Зухра, иди поешь. Иди, правда. Подгоняет его. Тузик вообще ничего не боится. Да. Нюхи Илюев, никого. Ему пофигу. Его клюют, а он все равно знает свое дело. Наяривает, клюет. Подгоняет, смотри. Да, он борзый, борзый. Жизнь заставила его таким быть. Да. Смотри, смотри, не пускай. На, цепи, цепи. На. Тузик, это курочка, да, по-моему? Курочка, да. А вот это белый петушок. Ну, похоже. А вот это белая курочка. А это белая курочка, да. Зухра, на. На. Кинь ей. Такие гонки. С таким гавканьем. Но все равно, видишь, петушок, он покрупнее курочки. Хотя они с одного инкубатора. Она трусливая. Она красивая, смотри, как у нее перья заворачиваются. Да, да, да. И когда берешь ее, она вот садится обычно в курятнике, она не идет в курятник. Она где-нибудь на дровах сядет или еще где-нибудь. На скамейке. И вот берешь ее, и прям вот приятно на ощупь вот ее именно пух. Джига, он тяжелый такой, а это она не очень тяжелая, нормальная такая. Свинтусы. Давай, пойдем. Пойдем, свинтусы. Пошли, свинтусы. Сегодня я красила на второй слой. Посмотрите, сколько налипло божьих коровок. Их прям тоже очень много. Ну, как очень много, но много. И вот они налипли на краску. Видите? Откуда они взялись, тоже непонятно. Их и вчера было много. Да, много. Все активизировались. И мошки. Они прям летят и в лицо. Угу. И божьи коровки. Все радуются солнышку. Да, вон сколько их. Прилипло. Вылезали все. Угу. Ну вот, покрасили. Вот у нас проем получился дверной. Завтра подсохнет. Я этим герметиком пройду белым. Ну, чтобы это так визуально это выглядело получше. И меньше будет стыков. Ну, влага меньше туда подать. Вода. Дождь, да. Ливень, да. Хотя я торцы промазал, но все равно краской. Вот, и что у нас следующее? Окна вставлять будем? Следующее. Ветрозащита? Дверь. А, туда дверь, да, на чердак. Дверь. Ага. Окна. Ну, а дальнейших планов я пока не строю. Все зависит от погоды, от настроения, ну и от финансов тоже. Наш день подошел к концу. У нас все. Всем пока.